Более чем 1 миллиону казахстанцев повысят минимальную заработную плату. Она увеличится в 1,5 раза с нового года. В соответствии с этим ряд крупных компаний страны заявили о повышении оплаты труда своим работникам, в их числе промышленные предприятия Западно-Казахстанской области. Моя коллега в регионе узнавала, где и насколько повысятся зарплаты. Уральский трансформаторный завод – один из региональных промышленных флагманов. Здесь 95% продукции уходит на экспорт страны СНГ, а на производстве занято 250 человек. Анатолий Белыч 12 лет проработал кузнецом в депо. После закрытия предприятия пришел сюда простым рабочим. Пройдя на заводе курсы переквалификации, устроился в деревообрабатывающий цех. Я здесь практически с самого начала. Зарплата поначалу была не очень, потом повыше, выше, выше. Сейчас зарплата хорошая. Меня устраивает в городе такая, как у нас здесь зарплата. Такой нет. Тем более сейчас начинают повышаться объемы. Если повышаются объемы, естественно, будет зарплата выше. В следующем году здесь откроют цех по выпуску пластинчатых радиаторов. За станки встанут еще 110 человек. Сейчас средняя зарплата здесь составляет 170 тысяч тенге. Не ожидая следующего года, уже с этого момента хотим... Мы уже планируем поднять заработную плату на 10-15%. На сегодняшний день самая минимальная зарплата по заводу составляет 70 тысяч тенге, которые сотрудник получает на руки. Соответственно, будет наращивать объемы. Будем строить дополнительное производство. А на кораблестроительном заводе средняя зарплата 125 тысяч. 10% повышения зарплаты здесь ожидают 822 работника. Причем самым низкооплачиваемым рабочим зарплату повысят на 15%. Средняя заработная плата планируем мы на следующий год где-то порядка 140 тысяч тенге. В настоящий момент мы сейчас, если увидите, выполняем заказы для пограничной службы, мы выполняем заказы для недропользователей, мы делаем некоторую часть гражданской продукции, плюс занимаемся вот сервисом, обслуживанием. Кроме судостроительного завода, о поддержке инициативы президента и повышении зарплат с нового года уже заявили руководители 20 крупных компаний региона, в их числе машиностроительные, литейно-механические, кирпичные заводы, строительные компании. А вот повышение минимальной зарплаты с января следующего года коснется 30 тысяч западноказахстанцев. Утагоз Базарбаева, Булат Чарылгасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар 24.